24 октября в средней образовательной школе номер 10 состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению учащихся школы в количестве 10 человек в ряды юнармии. 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе российских ценностей и традиций. Дорогие друзья, движение «Юнармия», которое создано по инициативе министра обороны Российской Федерации, указан президент Российской Федерации Владимир Путин. Цель движения – это возрождение наших традиций и воспитание молодежи в духе патриотизма, подготовки и своей основы. Как вы помните, в городе Ростов мы провели в городе первый слет. И вот сегодня в нашей школе тоже будет обучение В качестве гостей на мероприятии приняли участие депутат городского собрания Эльмурза Диветов, начальник призывного отдела, заместитель директора ДОСААФ. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и народов выдающихся ученых и полководцев. В свободное от учебы время юноармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, нести вахты памяти у Вечного огня и заниматься волонтерской деятельностью. Я вступаю в ряды юнармии перед лицом своих товарищей торжественно. Клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. Клянусь! Соблюдать устав юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо отечества. Клянусь! По словам организаторов данного мероприятия, основной целью и задачей юнармии является военно-патриотическое воспитание подростков. Детско-юношеская организация «Российское движение школьников» намерена возродить традиции патриотического воспитания, которые существовали в Советском Союзе. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».